Когда я шел обратно, я нашел интересную конструкцию. Здесь, видимо, снимался хищник. И это ловушка для него. Тапок привязан шпагатом к дереву. Да, это очень серьезно, очень опасно. Зачем нужна данная конструкция, неизвестно. Ну да ладно. Мы сейчас находимся в том же районе. Здесь есть вот такое прекрасное место. Не знаю, кто-то прозвал его Венеция, город на воде. То есть парк, магазины, ресторанчики. В этой части мы прогуляемся именно по суше. Дойдем до того здания, которое плохо видно сейчас. Ну и прогуляемся в целом по этому району. Я зачем-то пошел все обходить, но я уверен, мы на верном пути. Вот оно, это здание. Так, но этот мост нас приведет обратно. Попробуем здесь пройти. Оп, открытая машина. Да, вот он. Вход. Да, такой же прекрасный вид, то есть горы, вода, лавочки, вон футбольное поле. Пойдемте поближе посмотрим.
Да, вот она, футбольная площадка. То есть американский футбол вот играют. И обычный сокер. Ну а мы пойдем дальше. Вот и представьте, несколько минут назад я находился там, на той стороне, обошел. И вот я уже здесь. Вот это здание. Сегодня пасмурная погода, но нет ветра. Вполне нормально для зимы. Снега тут, естественно, никогда не бывает. Только дожди, дожди, ветер. Ну а сейчас я направляюсь на автобусную остановку. Наши выпуски подошли к концу. Не забывайте подписываться на канал. До скорого. Будут новые места, новые локации, так что не пропустите. Я добрался наконец-то до автобусной остановки. Хочу заметить такой факт, что на каждом плакате автобусном есть наименование станции и такие этикетки, обозначающие аптеку, метро. То есть мы видим, на каких станциях есть аптека, на каких станциях находится метро. Все удобно, все как бы просто. Ну и, соответственно, цена за билет, время. Все расписано. Но мне сейчас на другой автобус, так что я пойду на эту остановку. Я приехал на 380 А и на нем же как раз и уезжаю. Вот моя станция, получается. Мне ехать такое расстояние. Я вижу, что на ней нету метро. На следующей станции есть метро. Ну и вижу, что по пути как раз попадаются аптеки. То есть все удобно, все просто и понятно. Ну и сверху, естественно, написано, что обозначает каждая из наклеек, этикеток. Вот.